Вот сейчас будет сложно. Да, сначала был Минск. Но вспоминается Брест. Всем привет. Брест по объективным причинам лучше поставить в концовку. Поэтому сразу переходим к следующему блоку. Потом определенно был Минск. Но... вспоминаются замки. Всем мир из поселка Мир. Сегодня у нас в эфире Мирский замок. Можно сказать, в общем и целом, очень красивое место реально, замок хорошо сохранился, тут можно хорошо погулять, посмотреть и самим, и с экскурсией. Единственный минус, что достаточно много народу, а тут проходы все узкие, поэтому, конечно, приходится везде стоять в очередях на лесенках, которые пропускают только одного человека. Но вы должны повторить мой маршрут, обязательно. Посеяв в ваших головах вопросик «Что ты мелешь?», врываюсь на свой риск и страх в дворцовый комплекс Несвеж.
можете отдыхать, расслабиться. У нас с вами где-то 2 часа времени доехать до города Минска. С постоянным чувством алкоголизма не забываем, что мы в Минске. Это такая мини-копия Москвы и Питера, я бы сказал, но с менее плотной застройкой. Здесь лучше дышится, поэтому больше вот зелененьких зон. Тихонько, спокойненько, приятненько. На каждом углу барчики, в которых все дегустируется торжественно. И сейчас мы пойдем дальше дегустировать. С Богом! Еще забыл сказать, что здесь, конечно, все так чистенько и убрано всегда. Это, конечно, большой плюс. Так что сюда стоит сгонять, на выходных, например. Мы принимаем риски и не сидим на месте. Вчера бухали в Минске, сегодня бродим в Бресте. Да, вот в целом Брест такой вот уютненький городок невысокой застройки. Красивенькие такие домики в центре. Ну и основная замечательность – это, конечно, крепость, о которой мы сейчас поговорим.
конечно, Брестская крепость – это красивое место, тихое такое, спокойное. Природа здесь практически нетронутая. Но чувствуется вот в этой тишине и осколках снарядов, следах на зданиях, вся тяжесть происходивших здесь событий. В общем, в целом, конечно, это место стоит обязательно посетить, чтобы прочувствовать все это на себе.